День рождения 26 сентября. Какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденный 26 сентября. Значение дня рождения. В данный период рождаются противоречивые личности, наделенные огромной силой, но одновременно производящие впечатление людей замкнутых и даже таинственных. Рожденный 26 сентября сверхмеры интересуются магическими знаниями и эзотерикой, их привлекает все, что находится за гранью человеческого сознания и понимания. Вместе с тем знак зодиака людей, рожденных 26 сентября, наделяет их острым умом и неимоверно развитым логическим мышлением. Они могут, что называется, разложить все по полочкам и докопаться до истинной сути происходящего. Во всем они стремятся придерживаться определенной системы и не привыкли изменять своим строгим правилам. Если вы появились на свет именно 26 сентября, знак зодиака у вас Весы, среди главных ваших черт особенно стоит отметить целеустремленность, решительность, непоколебимость при достижении задуманного. Ко всему, что вы делаете, вы подходите основательно, разработав определенный план, это помогает вам добиваться только лучших результатов. Вы стремитесь к абсолютному идеалу и для этого привыкли работать добросовестно, не жалея собственных сил, забывая об иных радостях жизни. Нередко окружающие могут воспринимать вас как холодную и прагматичную особу, и лишь познакомившись поближе понимают, насколько вы интересная и многогранная личность, с огромным кругом интересов и увлечений. По вашему влиянию знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день. Это влияние слабо выражено, конечно, 26 сентября, влияние знака Весы первый период жизни пройдет напряженно. У Весов, которые родились 26 сентября, придется действительно сражаться за свое место под солнцем. Но потом, благодаря усердию и грамотному использованию собственных способностей, они достигнут достойного положения в обществе и финансового благополучия. Одной из их характерных особенностей можно назвать перфекционизм, но при этом они умеют реально оценивать ситуацию и свои возможности. Умеют извлекать пользу из своих ошибок и предпочитают решительные действия, а не философию. Требовательны они к окружающим, к ошибкам коллег, а тем более подчиненных, они безжалостны, их критика может быть уничтожающей. Но они не стремятся кого-то обидеть или унизить, просто им важно, чтобы все было идеально. За это их открыто недолюбливают и нередко мстят. Умеют изящно шутить. Кто родился 26 сентября, знак зодиака наделяет их остроумием и находчивостью, они видят изъяны в окружающем мире. И не могут их не высмеивать, часто шутки граничат с сарказмом. Им удастся создать достойный семейный союз, но не все и не всегда будет в нем гладко. Несмотря на искренние и очень теплые чувства к родным и близким, эти особы более всего хотят подчинить всех своей воле и своим интересам. 26 сентября родилась Светлана Иванова. 26 сентября отмечает день рождения одна из самых успешных актрис современного российского кино и театра, Светлана Иванова. Ее можно назвать эталоном естественной красоты, таланта, трудолюбия и упорства. Она с блеском справляется как с драматическими, так и комедийными ролями. Чтобы достичь всеобщего признания, ей пришлось много и упорно работать, дебютировав в картине «Крестный сын» в 2004 году. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?